спектакль? Очень хорошо играл Пушкин, очень хорошая музыка. А смотреть спектакль тяжеловато. А почему тяжело? Потому что читает речь одного актера, трудно слушать. Ну, во-первых, это рассказ, это нужно читать. Постановка в театре, мне кажется, это как-то не очень. Тяжело воспринимается, да? Тяжеловато. А вам то же самое? Да. Угу. Те же самые впечатления. Спасибо большое. Легко. А, вам легко, а почему? Мне понравилось. Понятно, спасибо.